Давайте поаплодируем нашему гостю Ивану Комарову. А теперь я хочу сыграть с тобой в одну игру. Первый вопрос легкий. Знаменитая красная шапочка. Ну, судя по седине, возможно, это Жак-Ив Кусто подводной лодки? Абсолютно верно. Теперь посложнее. Ну, он в озере и получает удовольствие. Да, а еще он получал удовольствие, когда был президентом. Это Франклин Рузвельт, человек и авианосец. Абсолютно верно. Последний вопрос. И простой, и сложный. Ну да, это достаточно легко. Мне кажется, что это любимое блюдо наших игроков – торпедный суп. Я тоже его обожаю. Итак, Иван, хочешь ли ты сказать что-нибудь нашим игрокам? Да. Дорогие игроки, я желаю, чтобы вас окружали позитивные люди, запоминающиеся события, и чтобы геймплей вашей жизни всегда оставался актуальным и приносил позитивные эмоции вам. А я, в свою очередь, хочу поздравить всех тех, кто любит World of Warships, пожелать вам всегда иметь возможность найти тот идеальный баланс, который приведет вас к гармонии. Выходит Рагнар на пикировку и думает: а я ничего не забыл. Я желаю всем игрокам проводить время в игре как можно веселее, а в реальной жизни как можно приятнее. Так вот, заходят на точку Республика Курфюрст и Кремль. Говорят, что вся наша жизнь как слоеный торт. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь слой за слоем была наполнена увлекательными событиями, теплотой близких людей и любимым делом. А World of Warships пусть будет вишенкой на этом вкусном торте. Добрый день. Чтобы правильно приготовить гибрид, лучше всего взять линкор и ударный авианосец. Необходимо их тщательно перемешать и следить, чтобы главный калибр, полетная палуба друг другу не мешали. Тогда у вас получится хорошо нафаршированный гибрид, который порадует вас в бою. Желаю вам прекрасного Нового года и новых необычных кораблей. Один из главных ингредиентов Нового года – это хороший звук. Принимайте поздравления от всей аудиокоманды. Желаю вам провести Новый год так, чтобы каждый день радовал вас своим саундтреком. Будьте счастливы! Здоровья вам и вашим семьям! Чтобы приготовить соус «Морские легенды», нужно взять свежую тему, очистить от всякой чешуи, добавить 2-3 острых факта, щепотку творчества, приправить мастерством оператора, добавить нотки драматической музыки, перемешать все это в монтажной аппаратной, и в итоге получите фирменный соус видеоотдела. Горячих вам боев, холодного расчета и сладких побед, друзья! Незабываемого Рождества и счастливого Нового года! Мы всегда заботимся о том, чтобы наш салат был не только вкусным, но и визуально красивым. Для этого нам понадобятся сочные яркие цвета и обязательно эффектная подача. Дорогие игроки, раз в год каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в новом году у вас сбудется самое настоящее чудо, то самое, о котором вы так мечтаете. С Новым годом! Я впечатлен. Это незабываемый, захватывающий и очень интересный год. И, конечно же, мы не прошли бы этот путь, если бы не ваша поддержка и критика, дорогие игроки. Спасибо вам за яркие эмоции, вовлеченность и любовь. Друзья, желаю вам в новом году ярких сражений и уверенных побед. Всем привет. Необыкновенно приятно видеть вас всех, встречающих Новый год вместе с нашей игрой. Мы старательно подготовили множество развлечений для вас в Новый год, чтобы встречать его было увлекательно и радостно. Желаю всем великолепных боев, отличного настроения и крепчайшего здоровья в Новом году. Примета World of Warships. Если на корабле появилась снежинка, жди больших подарков. А у природы нет плохой погоды. Я желаю вам, чтобы никакие дожди и туманы не портили вам настроение. На душе всегда было тепло, и лучи яркого солнца всегда освещали вашу дорогу к победам. А сейчас прямое включение из центра координации новогодних праздников World of Warships. Александр? Слушай, да не, я как-то больше посчитаю на мотыля. Александр! Спасибо, Лера. Добрый вечер, друзья. Как вы можете видеть, в главном центре управления новогодними активностями World of Warships сегодня очень оживленно и празднично. Давайте же посмотрим, чем занимаются ребята. Андрей? Привет. Привет.
Только что общался с игроком. Он интересную идею подкинул. Будем ее прорабатывать. А пока хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать мирных бесед на форуме и удачных боев. Тема закрыта. Прекрасные слова, Андрей. А здесь у нас сидит Михаил. Давайте с ним поздороваемся. Михаил, добрый вечер. Приветствую. Что ты пишешь? Я записываю пожелания от игроков для Деда Мороза. И что они хотят? Хотят чаще выбивать цитадели, хорошую команду, Сталинград, Китаками. Прекрасные желания. Друзья, самое главное, в новом году оставайтесь здоровыми и счастливыми. А мы постараемся сделать вас немножечко радостнее. С Новым годом вас и 7 футов под килем. Желаем вам всей командой комьюнити-менеджеров бодрости духа, душевного равновесия, 4200 чистого опыта в каждом бою. Спасибо вам за то, что поддерживаете нас. Держите нас в тонусе. С наступающим Новым годом! За фидбэк тоже спасибо. За все спасибо вам большое. Спасибо моим коллегам за теплые слова и еще один год, проведенный вместе. И спасибо вам, дорогие игроки, что вы с нами. Пусть в новом году в ваш отряд вступают только проверенные люди. Ваш клан — только самые скиллованные игроки. А ваша клановая база растет, и сокомандники никогда не разочаровывают. Пусть вам встречаются только достойные противники. Вперед, командиры! С Новым годом!